Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник, и мы продолжаем играть с вами в различные Android-игрушки и возвращаемся в The Walking Zombie 2. У нас новый город, собственно. Офигенный новый город, огромный новый город с двумя торговцами, с кучей квестов, с кучей всяких различных заданий, которые больше денег еще дают. Ас там просто 1500 за одно задание дает на халяву. Как бы пьянице надо будет помочь, многим надо будет помочь, поэтому давайте по ходу отправляться. Мы остановились в прошлый раз как раз на том, чтобы вот именно этим и заняться. Первым делом давайте проверим наше снаряжение. У нас есть банка консерв, если что, есть бутылка воды на хил. Также у нас есть винтовка наша основная и дробовик, но мы скоро обновим нам оружие. Но первым делом я хочу купить себе дом. Да, блин, дом это мега круто. Но для этого нужно заработать еще немножко денег. Я не помню точно, сколько дом стоит, по-моему, в районе 5000. То есть нам надо буквально выполнить пару квестов, и мы сможем, если что, все сделать. Так, день снайпера, новые колеса, охота на зомби, день ракет и защита Истсайда. Ну вот это вот меня меньше всего интересует, вот эти два задания. А вот охота на зомби, день снайпера и новые колеса меня интересуют больше всего. И я еще не понял, где задание было на помочь бомжу? Или оно вообще прям в городе находится? То есть, здесь смотрите, ну не бомжу, а как его сказать, пьянице. Пьяница говорит, что он ключи потерял и типа мы должны как-то... мы можем с помощью отмычки открыть, ну тогда понятно все. Ну да, я сломал отмычку, но у меня 20 штук есть, в принципе. Правда, я буду их ломать сейчас по КД просто. Ну, ясно, понятно, короче. Господи, как сложно попасть. У него сложный замок, реально сложный. Я просто ломаю отмычки одну за другой. Так, хорошо. Надо сосредоточиться. Сейчас я постараюсь меньше говорить, чтобы попадать. А то я так сломаю все отмычки, и как бы на этом все закончится. Ух ты, повезло, не сломалось. Вот сейчас сломалось, да. Я надеюсь, мне хватит отмычек. Ну да, да. С моей-то... реакции, конечно. Почти. Смотрите-ка, осталось последний штифт повернуть. Не знаю, почему она сейчас не сломалась. Эй, я же точно по штифту попал. Вы чё, прикалываетесь? Видели, я точно-точно по штифту попал. Вот как сейчас я попал, да, даже лучше, наверное. Пьяница, я сделал все. Можно я зайду, посмотрю, что у тебя там есть? Хотя, давай поговорим с тобой. Я нашел ключи. Ты нашел ключи, я пил у Тони. Готово, проще пареной репы. Спасибо, мужик, если ты мне дашь немного денег, я тебя научу что-то очень полезное. Ладно, только не трать все на бухло, без шансов. Ты потрачешь на бухло, я тебе ничего не дам. Да, давайте дадим, почему бы нет. Спасибо, вот твоя награда, путешественник плюс 2. Спасибо большое. Ладно, мне если тебя работенка, если тебе интересно, давай говори. Я не смог убрать сено на ферме Нормана. Если ты это сделаешь, то будешь вознагражден. Да не вопрос, братан, я все сделаю. У тебя есть что-то еще, что ли? Просто миссию можно выполнить. Окей, ну спасибо, братан. В принципе, путешественник X2 это очень даже неплохо. Давайте мы, кстати... О, новый уровень, то, что надо. Давайте перейдем сюда, в умение в первую очередь. Разговор прокачиваем на максимум, 80 уже у нас разговора. И будем сейчас выбирать ускоренное лечение, это неплохо. Кстати, офигенная тема, блин. Здоровье автоматически будет быстро восстанавливаться. За каждый уровень будете на 1 очко больше умений, это очень круто. Вы получаете дополнительно 2 очка умений за каждый новый уровень, однако число уровней по ним для получения новых очков способны... Нет, неинтересно. Доставайте оружие на 10%, здоровье ниже 20%. Вы получаете плюс 20 к урону. Добавляя 10 очков к случайно выбранному умению, мне тоже неинтересно. Шанс на критический урон 5%, отлично. Дарующий жизнь, вы получите 50 очков здоровья за каждый уровень. Типа просто отхил, ничего, неинтересно. Может быть, ничто взять? Первый удар после входа в зону боя всегда критический. Нет, это тоже не интересует. Вы как кот, последний удар не может сразу вас прикончить. Ваш умение-разговор повышен на 10 при разговоре с женщиной. Сердцеед. Да... Также есть у нас указатель 10 медленнее... О, топово. Доставайте оружие на 10 быстрее, перемещение на 20% быстрее, эффективность критических ударов на 20% изменная, за чтение книг получаете больше очков умений, вы получаете на 10 больше опыта, ваши гранаты наносят один... О, большой рюкзак, блин! Блин, я очень хотел, знаете, что сейчас взять? Я хотел взять очень сильно хакер, да, то есть, чтобы быстрее, легче проходить вот с отмычками. Но вот новое умение насчет, короче... смотрите, вот отмычка на 10 медленнее. То есть, а там что тогда было? Ну ладно, неважно. Это, видимо, для электрических замков и для физических замков. Ладно, давайте мы возьмем размер рюкзака, увеличим, потому что это мега круто. И пойдем, собственно, уже по миссиям. Что-то мы тупим долго. Погнали уже по миссиям. У нас теперь 3 миссии. Новые колеса, день снайпера, охота на зомби и ферма. Ну, на ферму мы пойдем потом, поэтому погнали сначала в заправку. А потом пойдем на день снайпера, там бешеные деньги дают, поэтому погнали сначала на заправочку.
Так, приперли, заходим. Будем разносить сейчас все и вся. А, надо ложку убрать из кружки, а то у меня она звенит. Просто one shot, one kill, мазафака бич, дичь. На-нах, на-нах. Блин, офигенная винтовка все-таки. Смотрите, хоба-на, красиво же, красиво. Не то, что, блин, это снайперка дебильная. Здравствуйте, барышня. Так, а куда мне надо? Где мне надо искать вот эти вот колеса и все дела? Ну, надо сначала зомби зачистить, как я понимаю. Орда, да они рассредоточены. Что это за орда? Орда, они собираются вместе хотя бы. Я убиваю, что-то не уменьшается счетчик. Видимо, они за мной идут, те, которых надо убить. Да, так оно и есть. Твою мать, что вот это сейчас было? Объясните мне. Мне кажется, это, знаете, зомби пошел, короче, большой взрывающийся, я его не заметил, он подкрался ко мне сзади и взорвался просто. Но он не очень много мне повредил, поэтому я не буду хилиться. Так. А, вот шина, вижу ее, я думаю, где она находится, она просто рядом с машиной искала. Лежала. Ух ты ж, блин, ты кто такой? Ах, оглушен! Твою мать, я чуть не сдох сейчас. Давайте лечиться, скорее, скорее, лечимся, лечимся. Нет, нет, какой-какой, надо лечиться, блин, это просто капец какой-то, меня чуть не убили сейчас. А, лечение на 50, да, использовать, конечно, аптечку юзаем. Все, возвращаемся назад. Какие-то новые зомби появились. Я не мог от него убежать, потому что он меня постоянно оглушал. Я оружие еще хотел сменить, но у меня почему-то оно не менялось. Вот видите эту кнопочку при смене оружия? А, это кнопка перезарядки. Для того, чтобы сменить оружие, нужно стрелочки же нажимать. Вот я дурачок. Ладно. Я забыл просто, давно уже не играл. Так, где-то здесь должна быть еще одна шина. Понятно, новые опасные виды зомби начинают появляться. Уже жестко становится. Казалось бы, вроде бы сюжетное задание не должно быть таким жестким. Но нет, оно, блин, капец какое жесткое. Пошли нахрен шапки. Это еще что за хрень? Почему они не подыхают? Почему-то эти шапки не подыхают так долго. Я вроде запулил в них, а вроде не запулил. Там еще ползающие зомби есть. Тоже что-то, знаете, новенькое в таком духе. Давай, девочка, ты не будешь делать вот это вот. Нам еще две шины надо осталось найти. Так, где-то здесь она должна валяться. Только вот где именно? Я думаю, где-то рядом вот с этой машиной. Не зря же именно вот сюда нас привели. Должна быть где-то рядом с машиной валяться. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Ну, тут типа есть шины, но типа и нету. Видимо, придется в дом заходить. Блин, не люблю я дома. Хорошо, что у меня дробь есть хотя бы. Да нет, вроде в доме тоже ничего нету особо. Но мы зайдем все равно, посмотрим. Ух ты, что это такое? Какие-то блокнотики. Но с ними нельзя взаимодействовать. Видимо, здесь будет какое-то сюжетное задание. Может, тут что есть? Видимо, я проворонил. И на улице все-таки лежит шина где-то. Просто я слепой. Ведь наверняка за каким-то кустом вот типа такого, да? Не понимаю. Ну вот типа шина, как бы. Вот типа шина, как бы. Но, видимо, не здесь. Странно. Показывает вот здесь вот, что находится. Где-то вот здесь вот. Но я не вижу. Подождите, что это такое? А, это просто асфальт сломанный. Может... А, ну да, естественно, я могу открыть эту штуку уже, точно. Внутри запаска лежит. А, мне не надо убивать еще одну волну зомби, ну и хорошо. Так, это где-то вот там находится. Здесь? Серьезно? Ты прикалываешься? А, вот она. Забавно. Теперь руль надо найти. Кстати, зомби больше не ползут, удивительно.
Ага, нет. Да, конечно, не ползут. Вот как они не ползут, да? Твою мать, какой же ты конченый чувак! Он такой быстрый! Во-первых, он бешеный, во-вторых, он бешеный урон наносит, во-третьих, он жирный, как свинья. Как мне его убивать вообще? Я сразу же убежал на него, от него, и он сразу же меня поймал практически. Как с ними вообще справляться, черт его разберет. Знаете, видимо, нам придется, знаете, что сделать? Нам придется сейчас зайти в инвентарь. Не, спасибо. Дальше нам придется, короче, во-первых, надо похавать, да, а то меня убьет следующая волна зомби. Что это такое вообще? Это у нас Red X. Дальность. Тут радиации еще будет, но капец вообще. Нам надо, знаете, что сделать? Нам надо сейчас перейти в рюкзак, на склад. Ой, не на склад, на рюкзак. И поменять себе вспомогательное оружие на винтовку, потому что я не могу. Их надо очень быстро убивать. Самое скорострельное, что у нас есть, это как раз таки винтовка. Нам нужно канистру с бензином и руль еще найти. Конечно, отлично, блин. О, кстати, ловушечка, давайте обезвредим. Так, где-то здесь должен быть руль. Только я не вижу где. Наверное, вот в этом сундуке, кстати. Вполне возможно. Охеренно, охеренно, блин. Прощай, вода. Давайте бинтиком еще захилимся. Да, вот и расходники пригодились. Да, теперь мы будем... у нас не будет хватать на хил денег. Че за подлянки вообще? О, я вижу руль. Вот он валяется. Готово. Все, надо убить орду зомби. Погнали, погнали. Валим, валим, валим. Здесь может быть этот быстрый. Не, слава богу, быстрого нету. Есть собаки. Подожди, подожди, Бобик. Секундочку еще. Готов. Ну все, остались обычные зомбаки. Давайте сменим оружие. Давайте, парни, по одному. Буду делать шаурму. Изи. Осталось канистру с бензином только найти. Погнали, погнали. Надеюсь, не будет последней волны зомби. Можно будет сразу свалить, потому что... пока меня немножко напрягает вот эти новые зомби. Нету ничего, серьезно? Ну ладно, пойдемте еще здесь посмотрим. А, есть сейф, давайте-ка взломаем, если получится, конечно. Да, здесь гораздо медленнее идут эти штуки. Фух, не сломалось, хорошо, повезло. 640 серебряных монет, вот мы и купили те деньги, которые, по сути, дали пьяному челу. Так, смотрим по бокам, тут, может быть, тоже ловушки будут. А, вот бензин, окей. Все, наконец-то выполнено. Блин, это было сложно на самом деле. Новые зомби очень опасные. Я представляю себе в день снайпера, как все будет сложно. Погнали. Не, спасибо, меня это не интересует. Погнали теперь в аэропорт. Мне хватит бензина, если что, я заполню просто. У меня там наверняка еще скопился бензин. Сейчас будет, короче, со снайпером, как я понимаю, связано что-то с снайперской винтовкой. Окей. Да, тут есть какая-то особая снайперка. И, по-моему, нас не будут это... Нужно защитить врача, я понял вас. Но я не понял, от кого нужно защищать врача, потому что к нему никто не идет. Ага, вижу. Да твою мать, как же это сложно-то.
Да чё ты не попадаешь в эту долбаную... Да хватит закрывать все! Твою мать! И это только первая орда, вы понимаете, да, насколько все круто? Ну, как я понял, патроны у нас бесконечные, перезаряжаться не нужно. Хоть что-то неплохо. Да твою мать, когда они успели? Я третью волну не вывезу. Я эту-то не факт, что вывезу. Да, все, кажется, мы здесь слили. Очень сложная миссия. Очень непривычная, по крайней мере, пока что для меня. Эта отдача, она мешает целиться каждый раз. Да иди к черту, короче. Я же попал по тебе. Да ладно, я смог это сделать. Охренеть, 2% оставалось. Я сделал это, я получил 1500. Ну, это стоило того, это определенно стоило того. Нет, спасибо. Так, поехали тогда теперь в канализацию. Охоту на зомби устроим. Я надеюсь, по крайней мере, или они на меня устроят. Да, давайте заправим тачку. У нас есть, в принципе, бензина дофига. 50 галлонов, можно заправиться. Все, погнали в город. Тачку надо срочно собирать. Буду всегда идти по зданиям на тачку. Потому что очень много топлива мы тратим для перемещения пешком, ну, либо на своем корыте. Кстати, рекламки что-то вообще нету, заметили, да? Удивительно даже. Так, зачистка зомби, канализации, погнали. Ой, сколько вас тут, они же меня сейчас зажмут. Побежали. Твою мать, чё ж вас так дохера-то здесь? Твою мать. Кажется, мы попали, парни. Суки зажимают со всех сторон. Зачем я вышел отсюда вообще? Побежал, блин, в эту кучу говна. Их тут как говна забанить. Ах, не хочу умирать. Так, мне надо отхилиться, иначе я сдохну. Так, давайте-ка используем пару бинтов. Этого будет достаточно. Твою мать. Еще ползающий бегает вон там. Ползет, точнее. Все, иди к черту. Еще звук как-то тут странно лагает. То ли это радиация вообще? Черт поймешь, да? Нахер иди. Надо, наверное, подождать, пока они все выползут, чтобы... Хотя нет, что ждать, да? Что это вообще? Тут ни карты, ничего нету. Я первый раз в этом месте. Сейчас опять куча какая-нибудь, да? Твою мать, что это за херня? А, стрелок, я понял. Так на, захавай, блин, тварь.
Господи, как звук жестко лагает. Вы слышите эти темы? Как же неприятно он лагает. Ну давайте, самоубийцы, идите сюда. Я еще сквозь колья стрелять-то не могу. Куда они идут, непонятно, да? Я просто могу так, знаете, даже не двигать прицел, просто попадать всем по головам. Ну вот куда вы идете? Зачем вы идете в стену? Скажите мне, пожалуйста. Там тушеночка вон выбежала. Так, стоп, я... Мне кажется, я ли слышу того, кто блюет? Нет, показалось. С этим разобрались, так. Парень, с тобой все норм? А, все, мы здесь все зачистили, нам здесь делать нечего. Ну, может, тут что-то есть, какие-то резы, типа того. Да вроде ничего такого не видно. Только свечки какие-то стоят дурацкие на полу, и на этом как бы все. Может быть, сейф где-нибудь есть, хоть где-нибудь. Да вроде ничего такого нету. А, не успею! Да, я так и знал, что не успею. Чё-то сегодня очень сильно получаю урон. Да твою мать! На, получай, засранец. Тут еще, по-моему, один был. Нам туда. Твою мать. Да это невозможно, вы что, угораете, что ли? До свидания. Опять ты. Нифига себе, вот это крит вылетел мощный, на самом деле. С двух выстрелов его убил. В хед. Давай, давай, подходи по одному. О, коп. Надеюсь, он стрелять в меня не будет. Но он такой же жирный, как и чувак со шлемом. Да идите вы к черту, что вы такие жирные-то все. Мне точно надо новое оружие, как ни крути. Ну и грязь же здесь, а. Здрасте. Скотина. Знаешь что, закуси-ка, а. Мало, еще на. Да твою мать, какой же он ты жирный-то, а. Надеюсь, что он мне сейчас спину не выстрелит. Нет, вроде не успел. Гранаты его не берут, это понятно. Я их там двое еще. Или он два раза стреляет? Он еще непробиваемый какой-то. Другого я быстро убил, а этого я вообще не могу пробить. Идешь к черту, парень. Да твою мать, патроны закончились. Твою мать просто, что за жесть происходит? Почему такие огромные локации? Почему так сложно? Это вообще как будто, знаете, были в яслях на первой локации, и сейчас нас выкидывают в... Опять ты. Да, он просто два раза стреляет. Ну, критический. Мое оружие ему вообще ничего не делает. 95 урона, да, херня какая-то, да? Нахер иди. Что ж то у него, блин, так он, ему так сложно попадать, так же, как и мне. Есть в мире хоть какая-то справедливость?
сука, сзади стена была, и поэтому он меня задел. Потому что у него, видимо, взрываются его снаряды. Твою мать. Так и не перезарядил, походу. Да чё ж вы не дохнете-то вообще? А, тут некуда отступать! Да пошел ты к черту, козел! О, твою мать, я чуть не сдох просто, я чуть не сдох. Валим нафиг отсюда, мне здесь вообще не понравилось. Да, до свидания. Так, давайте посмотрим, что у нас с инвентарем. У нас, в принципе, дохера еще места. Это целых 4 шмотки. Можно пойти пока по другим местам, можно возвратиться в город. А, то есть принести руль и прочее говнище. Давайте все-таки мы возьмем новое задание на тачку, потому что я почти на 100% уверен, что не закончится все так просто, что мы типа возьмем такие ха-ха-ха-ха-ха, принесем ему, и он нам даст тачку. Скорее всего, нам придется выполнить еще не одно задание для него, поэтому погнали, вернемся в город. Все равно нам ехать надо через город по-любому. Мне надо собрать как можно быстрее тачку, потому что топлива катастрофически не хватает. Погнали сдавать квест, и сейчас заработаем денежек. Отражение есть. Ас, я выполнил твою дебильную миссию на снайпера. Где мои 1500? Ну, 1200, окей. Давай, охоту на зомби я еще беру. И еще давай мне день снайпера. Надо учиться стрелять из снайперки. Нет, спасибо, у тебя больше все равно ничего нету. Так, дальше следующий. Следующий я бы хотел поговорить с кем там, на кого я брал задание, я уже не помню. С Джеффом, да, точно, Джефф, точно, машина, тачка. Джефф, братан, здорово. Я сделал твою миссию. Отличные колеса, нужно еще несколько деталей. Ну, я понял, да, так я и думал, будет. Новые детали для тачки. О, новый уровень, давайте мы повысим себе всякие штучки-дрючки. Так, я хочу разговор себе вкачать, как обычно. Ну и все, пока. Больше мы ничего не можем пока сделать. Так, не, подождите, назад. Я бы хотел сейчас... сколько у меня денег вообще по итогу-то? Блин, 25 монет не хватает для этого... Для тачки. А, мы сейчас продадим мусор, точно. Мы мусор продадим, и все будет нормально. Так, рюкзак. Продать все куски. Что-то как-то дешево он его берет. Ну, окей. Это что такое, кстати? Улучшенные патроны. Нифига себе, жестко. Так, я хотел у тебя... Что у тебя есть вообще? Какие-то новые стволы. Гладкостволка Амерта. Он даже больше, чем дробовик стоит наш. Есть еще вот офигенный снайперский винторез, но это вообще, конечно, очень дорого стоит. Так, ладно, давайте купим уже дом себе. Я хочу дом, ничего не знаю. Я хочу первым делом дом и машину. Вот так вот. Риэлтор, здравствуйте. Могу я приобрести себе дом за 5 кусков? Да, давай. Отличный выбор, ты не пожалеешь. Давай. Стол для оружия. Халявный, мой личный стол, блин, для оружия, мазафака. Вот это я понимаю. Я могу здесь патроны, что ли, создавать, как я понимаю. Ячейки могу делать, патроны. Давайте мы создадим себе патронов для дробовика. Тут можно такие делать? Нет, тут только... Ну, блин, тут только для стрелкового оружия. А улучшить я могу его? Нет, не могу. Не нажимается кнопка улучшения, по крайней мере. Время создания, ячейки, это, как я понимаю, тоже грейд всего и вся. А как вообще производить что-то? Ну давай тогда, я не знаю, 9-миллиметровые пусть производятся. Это что такое? Ага, это бинты, то есть халявные бинты, халявное все это будет производиться. Оно уже производится или мне надо кнопочку какую-то нажать? Этот стол создаст, написано. То есть, в принципе, скорее всего, он будет автоматически создавать теперь все. Мне я буду заходить и, короче, брать все. Я могу их как-то улучшить, но когда я нажимаю на стол для оружия, да, и затем нажимаю на улучшить, и ничего не происходит. То есть, кнопка улучшения не работает. По крайней мере, пока что. Возможно, в будущем она будет работать. Это что такое? Ну, окей, ладно, неважно.
Я могу с тобой еще поболтать, или ты все со мной закончил разговор? А, да, все, он закончил. Так, погнали тогда, знаете, что сделаем? А, погнали мы дальше по заданию на тачку. Так, госпиталь есть, но это нас пока не интересует. Погнали, короче, на задание про тачку. Так, спасибо, не интересует. Так, ферма Норманов, канализация, охота на зомби, день снайпера, нам надо радиовышку, да, как я понимаю? Да, новые детали машины как раз-таки на радиовышке. Мы сейчас будем все наше топливо тратить на тачку новую. Три сейфа случайно встретятся. Три сейфа звучит неплохо. Как я понимаю, двое из них заминированы, да? Угу. Я не думаю, что тут кто-то будет. Давайте открывать сейфы. Да твою мать! У меня только, не знаю, отмычек хватит ли. Твою мать! Ну вот две штуки уже потратил как минимум на один из сейфов. Так, повезло. Давайте еще следующий откроем. Так, я сделаю, знаете как? Я сделаю вот... Вот так вот. Так, не сломалось хорошо. Сломалось плохо. Да твою мать. Мне так везет, что они не ломаются, конечно. Так, неплохо. И в третьем сейфе. Так, и вот третий мне не нравится. Давайте мы его так сделаем. 100% будет какая-то подлянка. Должна быть. Не может быть просто так на халяву три сейфа. То есть, тупо дали три сейфа на халяву, да, конечно. Так я и поверил. Да твою мать! У меня отмычек уже скоро не останется, чтобы делать квестовые даже задания. Да твою мать! Да твою мать! Надо будет прикупить, короче, отмычек каких-нибудь. Но они дорогие, они по 200, по-моему, стоят примерно. Так что надо будет быть, так сказать, аккуратнее. Все серьезно, еще и золото добавили, еще и гранаты, офигеть. Ну, мне понравилось этот ивент, мне очень понравился, поэтому валим давайте отсюда. Так, нам надо на радиовышку, как я и говорил. За новыми деталями для тачки. Сегодня мы будем заниматься тем, что мы купили дом и будем собирать тачку. Мы не будем идти по другим заданиям, если они не будут по пути, мы будем именно собирать тачку. Так, что у нас за задание? Во-первых, нам надо передний бампер найти, погнали. Так, это, видимо, где-то здесь находится, где-то тут. Господи, какие огромные все-таки локации, а. Эй, тёлка, иди сюда. Так, вроде все нормально. Или нам, подождите, нам наверх показывают? Ты что, прикалываешься? Как-то сюда можно забраться или что? Да, можно. Тут даже дорожка есть, пойдет. Так, я застрял немножко. А, ясно, я не могу, типа, спрыгнуть здесь. Я застрял. Нет, я не застрял, все нормально. Здесь надо именно вот здесь обойти, потому что спрыгивать ты не умеешь. Вот по этим камням лазать нельзя. Вот это вот всякое, да? Не знаю, зачем они так сделали. Лучше бы сделали возможность лазать. Видимо, баги какие-то обнаружили бы. Обнаружились бы. А, это ты, наш старый знакомый. Короче, знаешь что, парень, иди-ка ты к черту сразу. Да ты Да ты охренел совсем. Я тебе говорю, что ты охреневший какой-то. Это что за хрень летит на меня? Что это, блин, такое за нахер? Давай ты не будешь ко мне лететь. Иди давай, лети в свою сторону. Господи, 5 миллиардов новых противников появилось. Да чё ж ты не... Хорошо, что они застряли там, либо, не, либо вдупляют, не замечают меня. Они еще хилятся, блин. Так стреляй ты по нему. Он по нему не, почему-то не стреляет. Видимо, они из-за того, что они крыльями махают, их хитбокс, видимо, такой конченый. То есть прямо такой, знаете, под крылья. У них даже тоже голова есть, тоже им надо в голову стрелять. Я тебе перезаряжу автомат на всякий случай. Не нравятся мне эти звуки.
Это что за город? Твою мать. Просто твою мать, что за задница, а? Идите к черту все. Ага, этих не задевает, ну ясно, понятно. А как вам такая гранатка, а? Нормально так зашло. Так, я, пожалуй, отойду от тебя, парень, ты какой-то очень агрессивный. Он быстрый. Ну, лови тогда, быстрый. Слабо его пробивает, вообще почти не пробивает, можно сказать. Какой ты настырный, а? Еле убил, блин. О, птичек неплохо автомат сбивает. Заключенные более жирные, кстати. Да, отлично птичек сбивает автомат. Мне понравилось, как он их сбивает. Хотя, подождите, что-то им мало урона наносится, да? Хотя нормально, пойдет. Пока что без повреждений. Но патронов тратим, конечно, уйму. Особенно к автомату. Как там по патронам автомат? 2000 еще. В принципе, пока нормально. Пока живем, хилимся, живем. Так, нам нужно передний бампер найти, заднюю дверь и фары. Надо уже копить на новое оружие и на отмычки. Первым делом отмычки, потом оружие, потому что отмычки нам позволят зарабатывать бабки в большом количестве. Так, передний бампер. Где у нас бампер будет находиться, как вы думаете? Вот он. Замечательно, берем. Задняя дверь. Это уже в другом месте. Погнали отсюда. Нам кажется, еще выше надо подниматься. Единственное, что я прошу, пусть там не будет вон того мерзкого парня, который бегать быстро умеет. Да долбаные летающие хрени. Отлично, автомат их сбивает. Мне нравится. Здорово, школьница. Не автомат бы, не знаю, как вообще жил бы здесь. Твою мать. Чё ж вы такие толстые-то, а? У меня так лагает эта локация? Ну не так лагает, а подлагивает. Сложно им в голову попасть, потому что у них-то одна точка только, в которую можно стрелять. Это голова. Ну или и туловище, скорее всего. И они у них очень маленькие. Сложно попадать просто. Так, что у нас надо? Заднюю дверь дальше найти. Вон, я вижу ее уже. Берем. А найдите заднюю клетку. Как я понимаю, это еще выше. Хотя не, вроде назад показывает. Тогда пойдемте назад. Если показывает назад, надо идти назад. Или я пришел оттуда? Чуть я забыл уже. Не-не, надо назад идти. Да пошел ты нахрен! Так, твою мать. Надо отхилиться, причем быстро. Так, использование, использование, использование. Пойдет. Скотина не дает еще отойти. Прижал меня и не дает двигаться. Зомби-заключенные еще такие жирные. Иногда по 3 попадания выдерживают. Перезаряжаемся. Да, оружие новое точно надо покупать. Надо на этом сконцентрировать все свое внимание.
Потому что это просто капец какой-то. Так, фары надо здесь где-то найти, как я понимаю. Твою... Просто твою мать, а. Окей, у нас медленно, наверное, ресурсы заканчиваются. Какая-то скотина здесь, знаете, нас поджидала еще. Да пошли вы нахрен! Я даже не знаю, насколько вы опасны. Ну стреляй ты по ней, чё ты не стреляешь-то? Хорошо, что они застревают и тупят, короче, на месте зачастую. С этим не прет, хотя бы. Автомат против них гораздо лучше, потому что винтовка не всегда стреляет по ним. Хотя вроде бы наведешься на точно, начинаешь влево, вправо водить, нифига. Так, мне вниз, окей. Как бы я живу, но я живу только за счет своих накоплений бинтов, аптечек и прочей дичи. Видимо, наверху нам больше нечего искать. Хотя мне интересно посмотреть, что наверху. Погнали, сбегаем наверх. Может быть, там сейф какой-то стоит или прочие ресы. Я не хочу уходить отсюда, не залутав вверх. Пока я слишком низко не спустился, давайте проверим все-таки, что наверху находится. Скорее всего, там ничего не будет, но... И мы еще вернемся в эту локацию, и как бы... тогда, когда что-то будет наверху. Но мне хочется именно сейчас посмотреть, чтобы понять, с чем мы будем иметь дело в будущем. И сейчас такой тупик, знаете, просто и все, как бы. Так, вот почти уже самый верх, кстати. Нифига себе. Эта локация еще более огромная, чем я думал, она будет. Дамочка, не игнорируйте меня, пожалуйста. Да 100% здесь счет должно быть, хотя бы вот в этом минивэне, или что это такое? Не открывается пока, окей. В дом зайти тоже вроде не получается, но где-то вроде здесь открыто что-то было. Или мне показалось? А, тут дверь была, но скорее всего она закрыта, да, она закрыта. Ну, я понимаю, здесь скорее всего будет следующий квест какой-то. Вряд ли про машину, скорее всего, про что-то другое, поэтому валим отсюда. Как я и говорил, здесь ничего не было, вообще ничего интересного. Ужасы нового мира, так сказать. Окей, идем дальше. Он мне показывает назад, но это на самом деле не назад. Мне просто надо ниже спуститься и примерно на том же уровне быть. Вот куда-то сюда мне надо идти. Надеюсь, они не заставят меня потом обратно наверх подниматься, потому что это будет не очень. Очень не очень. Что это за хрень там? Я так и думал, что здесь зомбаки стоят. Поэтому не особо испугался. Точнее, вообще не испугался. Сейчас опять на повороте зомби, да? Дайте угадаю. Да не может быть. Так, надо валить отсюда. На открытую местность. Твою мать. Просто твою мать. Закусите, твари. Сейчас я перезаряжусь, и тебе конец, понял? Не кажется ли кто-то сбоку или сзади подходит? Показалось. Блин, с ними этими... Тупые мыши. Зомби-летающие мыши. Отличная, блин, тема на самом деле. Как же херово с ними сражаться, а? Вот чё ты сюда припёрся, чел? Они очень медленные, правда.
Ага, уже попал в радиус ваш, да? Знаете что, парни, захавайте-ка это. Домой, парень, домой. Как же сложно, блин. Причем со старым оружием у меня и на винтовку патроны в бешеном количестве уходят. И уходят на дробь в бешеном количестве патронов. Не на дробь, на автомат. Что, что хотя бы дробь еще с собой есть, да? Мне срочно нужны новые стволы, потому что, ну, это вообще не дело. И вообще, миссии стали очень долгие на огромных картах. Это вообще капец, конечно. Но мне нравится пока что. Так, нам сюда. Попал. Подожди, это же ты. Это же ты, мерзкий парень. Тварь, все-таки цепанул, гадина. Ну, хотя бы ударить не успел, только цепанул. Это, в принципе, мало урона наносит. Да твою мать, как же сложно попасть по этой хрени. Он не стреляет. Вот я просто навожу, он не стреляет. Тут должен быть... Хотя подождите-ка, я что-то вспомнил кое-что. Наконец-то я убил ее, господи, как же сложно по ней целиться. Я еще и говорить не могу, когда я по ней целюсь, потому что у меня руки начинают дрожать. Потому что я говорю и держу телефон одновременно. Как я понимаю, таких пацанов есть две разновидности. Есть те, которые двумя пуляют сразу зелеными шарами, а есть те, которые одним пуляют. Игра внезапно стала очень даже сложной. И более широкой, такой, знаете, в своем смысле. То есть, теперь это больше не простенькая там стрелялочка с зомбаками. Теперь это какая-то дичь. Как я понимаю, на эту штуку лучше не наступать. Поэтому я, пожалуй, обойду это все, потому что я вижу, где фары у нас находятся. Вот они. Опять орда зомби. Да что ж ты будешь делать? Здравствуйте, дамочка. Откуда они повылезут? Из этой клаки? Нет? Ну, окей. Хоть что-то неплохо. Ни хрена себе, его за один выстрел столько хп ему снес, что капец. Он просто не стреляет, я не знаю. Ой, здравствуйте. Не попал. Ой, тупик. Знаете-ка что, держите-ка вот так. Да куда она отлетела? Упс. Что, что меня не задевает? Так, держи, братан. Да хренищу гранат просто так сейчас потратил. Убей его, спасибо. О, она пыталась меня куснуть. Эта тварь попыталась меня куснуть. Мне кажется, она что-то типа кровотечения. А, она оглушение кастует, ясно, понятно. Кастует, блин.
Так, мне нужно заднюю клетку найти, и можно из этого ада выбираться. Это просто реальный ад какой-то. Без оружия это просто дичь. Я даже знаю, как я серию назову. Ужасы нового мира, блин. Итак, я пришел. И никто не посмеет бросить мне вызов. Я пошутил, не убивайте. Собаки для меня теперь, знаете, самые безобидные враги практически. Не считая обычных зомби. Опять эта летающая херня, как они меня раздражают, а? Охренеть, я убил ее. Нет никого сзади, показалось. Видимо, это эти кричали. Зомби-неудачник, забавно звучит. Интересно, почему? Почти выстрелил меня, смотрите-ка. Патроны улетают, как горячие пирожки. Надо поближе стрелять, поточнее. Где-то здесь должна быть задняя клетка лежать, валяться. Где-то вот прямо здесь. Что-то я не вижу. Хм, интересно. А, все, у меня новая метка появилась. Я думаю, что-то куда исчезло, что куда. Я хочу уже уйти с этой локации. Сколько я буду на ней времени еще проводить? Еще орда зомби. Что это за хрень? Объясните мне. Зомби-неудачник-профи. Звучит круто. Это да-да-да, вот я и говорил, собственно. Есть обычные, есть те, которые два раза стреляют. Один обычный, другой и два обычных, точнее, один улучшенный. Твою мать. Нет, не один и два. Да хера их тут. И еще вот эти вот до кучи. Можно вас гранатой как-то, я не знаю, убить? Да, можно, но как бы мало урона. Господи, как вы меня бесите! Надо посмотреть, есть куда назад отступать. Да, есть дофига места, я отсюда пришел. Тут еще у них уровни разные. Типа, чем они выше уровня, тем они более жирные. Вот эти вот капец какие жирные. Я им просто по 5 хп сношу за выстрел. Просто вы посмотрите, насколько они толстые. Я еще дробь против них, правда, не пробовал, но не думаю, что она как-то что-то исправит. Надо в голову стрелять, чтобы хоть какой-то урон наносить. Но, блин, целиться им в голову, вы сами понимаете, это почти нереально. А знаете-ка что? Захавайте вот это. Как вам такая гранатка, а? Хорошо, что я не в это дерево не воткнулся сейчас. Так, меняем. Я спас за... Я... Твою мать! Я уперся во что-то просто. В пень вот этот вот дебильный, либо в дерево. Ну чё, один на один? Все, капец тебе. Твою мать, просто еле-еле, я не знаю, вытащил это. Вы просто посмотрите, у меня было больше 2500 патронов для винтовки и 2000 с чем-то патронов для автомата. В итоге я 700 патронов истратил на автомат и больше, почти косарь истратил на винтовку. Это ж охренеть можно. Я как понимаю, на эту штуку тоже лучше не наступать. Я надеюсь, что я вот возьму сейчас клетку и все, и пойду отсюда. Так, мне сюда, да, точно. Потому что это дичь. Я не хочу больше здесь ни с кем драться. Твою мать, излучение. Твою мать, надо быстро все делать.
Задняя клетка, задняя клетка. Да твою мать! Где же эта херня находится? Как же она выглядит вообще? Все, валим нахер отсюда, давайте быстрее. Все, вернуться в город, все, иди в жопу, дурацкая локация. Это просто ад был настоящий сейчас. Это был какой-то нереальный ад. Что так сложно-то? Почему так много прогов? Почему так сложно? Почему они такие жирные? Почему мне не дают денег на новые стволы? Может мне вернуться на старую локацию? Может быть мне там пофармить? Может мне заработать там денег? Я не знаю. Ах, как же все больно. О, у риэлтора что-то появилось. Здорово, а что у тебя появилось? У меня есть еще дом по скидке. Давай говори. На этот раз апартаменты класса люкс. Дверь открывается на весь город. Продолжай. Извини, чувак, вот мне сейчас не до твоего дома второго. Мне пока и одного хватает. Кстати, давайте зайдем, посмотрим, что у нас вообще как. Так, а где мой дом? Подождите-ка. А, вот мой дом, да? Да, это мой. Я могу увеличить, если что, дом у меня будет больше всего. Да, смотрите, тут автоматически все производится. Так, тогда я, наверное, все-таки начну производить патроны для автомата пока, потому что я их очень быстро истреливаю. Для винтовки тоже надо, но это потом. Так, и здесь аптечки. Да, здесь бинты только есть, ну окей. Потом, видимо, аптечки можно будет создавать и прочую дичь. Но мы будем заходить сюда уже, знаете, в начале каждой серии, когда будут сразу несколько предметов делаться. Так, я бы хотел поторговать немножко, мне надо сдать кое-что. Точнее, не сдать, а наоборот надеть. Так, я хочу предложение твое посмотреть, что у тебя есть. Меня интересуют сейчас отмычки, причем простые, да. Я куплю, пожалуй, себе 8 штук у тебя всего. Ну, давай все, я потрачу на это деньги, потому что это необходимо сделать. Так, ну и продам тебе, получается, все куски кожи, у меня только один. Вот целую локацию, блин, зачистил, в итоге ни хрена не нашел по итогу. Ушел в минус дикий. Погнали с Джеффом поговорим. Я надеюсь, что все это стоит того, Джефф. Я очень надеюсь, что это все стоит того. Готово. Все части для машины, осталось только достать инструменты. Окей, говори. Я слышу, что бродяг они есть, поищи там. Принято. Так, короче, последняя деталь для машины. Я думаю, мы соберем тачку и там уже будем заканчивать, наверное, потихонечку. Погнали, собственно, дальше машину собирать. Если, конечно, нам топлива хватит. Вперед. Ты кто такой? Подожди, чё ты ко мне идешь? Женщина, вы... Что вам нужно? Зачем вы шли прямо на меня? Ладно, неважно, погнали. Так, кстати, с чем это связано, рекламы нету вообще. Так, вот у нас, собственно, набор инструментов для машины, 1000 экспириенса нам дадут. Да, в принципе, топлива хватит и туда, и обратно. Но это, кажется, последнее топливо, которое у нас есть. Если мы сейчас все не сделаем, то будет плохо. И надо посмотреть, сколько у нас по здоровью, если что, подхилится. Продолжить. Ага, даже вот так. Давайте мы немножечко это все-таки поедим немножко. Я бы хотел поесть немножко. Давайте парочку банок бобов. Лишнее не будет. Надеюсь, бродяги не очень агрессивные. Так, мне еще и взламывать их придется. Нет, я могу спокойно открыть. Здорово, пацаны. Лидер шайки бродяг, торговец шайки бродяг. Я не хочу с ними портить отношения. В принципе, парни вроде нормальные. Давай поговорим, во-первых, что ты продаешь. Еду, воду и прочее говнище. У меня что есть? А у меня мусор какой-то, понятно. Угу. А, так, выходим отсюда. Давайте мы поговорим с лидером и скажем, что нам нужны инструменты. Здорово, лидер. Мне нужны инструменты, чтобы починить машину. Говорят, они у вас есть. Да, есть, но не бесплатно. Продолжай. Ты, наверное, заметил, у нас какие проблемы с вентиляцией. Почини ее, можешь забрать инструмент. Да не вопрос, братан, вот это то, что надо, блин. Вот это разговор, вот это ты клевый парень. Погнали, собственно, вентиляцию чинить. Вот просто почини вентиляцию, на халяву инструменты получишь. Мне нравится. Надеюсь, это будет не очень сложно. Здравствуйте, а... Че у вас тут так фонит или что это такое? Зомби сломали вентиляцию. Выключите вентиляцию.
Выключите вентиляцию, звучит забавно. Найдите сварочный аппарат. Сейчас, не вопрос. А, господа, у вас есть у кого-нибудь сварочный аппарат? Вы не видели? Может быть, девушка, извините, вы не видели сварочный аппарат? Нет у вас ничего? А, это вы парень, извините, прошу прощения. Так, дальше идем тогда. Может быть, здесь есть инструменты? Слушайте, сварочный аппарат. Нет ни у кого сварочного аппарата? Кто-нибудь? Я могу что-то открыть. Видимо, вот этот шкаф. Пусто. Может быть, где-нибудь еще? Где же он находится? Где он может вообще находиться? В бочке, может, какой-то? Но здесь его точно нету. А, вот тут есть еще ящики. Господи, я слепой вообще. Вот оно. Давайте еще здесь обыщем. Может, тут что-то интересненькое есть. Бутылка есть. Можно и присесть, да? Спасибо, спасибо, я нашел. Спасибо, что подсказали мне, где можно найти сварочный аппарат. Так, пришло время сваривать трубы. Здесь сейчас не полезут, потому что эти дырки никакого, знаете, не внушают доверия. Все, я починил вентиляцию. Че, это серьезно? Вот одну трубу залатал и все, а там остальные дырки, это что, нормально? Чел, это было настолько просто. Я убил одного зомби и починил вам дырку одну в вентиляции, и все, я типа ее починил, и вы мне дадите за это инструменты? Серьезно, будет все вот так просто? Тебе удалось ее починить? Естественно, надеюсь, будет держаться. Серьезно, вот так просто я получил инструменты? Халява, блин. Халява, господа. Халява. Идем отсюда нахрен. 8,3 галлона. Спасибо, потом. Рекламы, кстати, нету вообще. Это наша последняя вылазка, в любом случае, потому что у меня топливо кончилось. Хотя можно еще рекламку посмотреть, если что там понадобится. Ну, посмотрим. Сейчас он скажет, ой, извини, у меня ключей нет для машины, иди за ключами, да? Погнали. Ага, хорошо. Так, я принес инструменты, все готово. Только не говори, что ключей нету, их надо за ними сходить, а? Как это выглядит? Готово. Машина готова, только для тебя особая цена. Вам нужно 400 тысяч монет. Но... Чувак, конечно, я сам ее собрал, и ты мне ее теперь продаешь. Охренеть можно. Вот это он, конечно, гений просто, я не знаю. Окей. Умение. Так, собственно, что мы хотим себе вкачать? Ну, конечно же, разговор. Ну, конечно же, разговор. Я хочу на соточку его хотя бы вкачать. Здесь ничего нету. А, так, что у нас с этим? Все нормально. Патронов много. Хорошо, что я увеличил себе рюкзак. Теперь я могу одновременно материал носить и больше патронов с собой носить. А, если бы я не улучшил, у меня было место бы для материалов, занимали бы патроны новые, которые улучшенные. Так. Ну, извини, риэлтор, у меня пока нету денег для новой квартиры. Сколько там у меня вообще монет, по сути? 1600. А мне не хватит по-любому. То есть, куда бы я ни отправился, тут везде XP, либо очень мало золота требует, дается в награду. Поэтому хер его знает, смогу ли я. Хотя у меня есть немножечко топлива, да? Давайте все-таки в день ракет зайдем еще. Раз у меня топливо есть, еще немножко поиграем. К тому же интересно посмотреть, что же значит день ракет вообще. Мне кажется, там будет такая, знаете, ракетница, за которую надо будет присесть и стрелять. У меня вроде такая миссия уже примерно была. Не игнорируй меня, тощий зомби. Екс. Зэки жирные, и высокие, и опасные. Все. Так, побежали. О, здорово, парень. Надо убить некую толпу зомби, это орду зомби. Твою мать, я испугался.
Эти зэки не умирают от выстрела в голову. Как и военные, как и копы, кстати, тоже. Если особый критический урон увеличенный будет, то, наверное, сдохну с одного выстрела. Эти раз, нету полбашки, но это ему не мешает. А с копом? Нет, с копов убивает. Но я как-то один раз тоже выстрелил зомби в голову. У него шапка слетела, еще там что-то было, но он тоже выжил. Куда мы идем вообще? Что это за улицы такие странные, постоянно какими-то кренделями ходят? Вот и зэка убил, кстати, с одного выстрела. Их, видимо, если в упор выстреливаешь, больше урона идет. Используйте ракетную пушку. Не вопрос, сейчас я дойду только до нее. Тут еще пара зомбачков осталось. Они на меня, правда, внимания особого не обращают, но не оставлять же мне их одних. Я наверняка уверен, что тут есть еще всякие секретки, сейфы и прочее в таком духе. О, ща повеселимся. О, да, детка, вот это я понимаю. Я и назад могу еще стрелять, да? Надеюсь, не сзади не будут идти. Куда ты здесь взялся? Да твою мать, ты охренел там что ли совсем, парень? Стена страдает, медленно, но верно. Блин, опять кто-то подошел, я все время забываю здесь чистить. Текс. Пока держится вроде стена, еле-еле уже, но держится еще. Блин, что-то мне кажется, я не пройду эту миссию с первого раза. Она вроде низкооплачиваемая, но сложная, зараза. Потому что здесь и меня могут дамажить, и стену одновременно. Вот опять эти зомби пошли, что-то я... Отлично, блин, я чуть не подох. У меня один хп просто, один хп, гребаный сын. Давай-ка мы используем эту аптечку, еще бинтецкий. Мы, конечно, завалим эту миссию, скорее всего, сейчас, но... Выжить-то надо хотя бы, да? Нахер иди. Последняя орда зомби, вряд ли мы успеем ее сдержать, но мы попытаемся. Они просто концентрируют свой огонь на стене. Конечно, я тоже могу играть за стрелка, выйти такой из этого и типа сделать вид, что давай нас заново. Минус топливо, но пофигу. Просто, как же это... Просто они берут, знаете, вылезают, короче, из-за стены и сразу стреляют. И как я должен это предиктить вообще? Еще одна попыточку сделаем, потом пойдем нафиг. Если не получится. Правда, сейчас все заново чистить еще от этих зомбаков. А патроны-то не вернули. Ну, хотя бы новые соберем. Тоже вариант. Еще так много хп потратил, да? Еще использовал бинт, аптечку и все равно завалил миссию. Ну хотя бы выжил. Хоть что-то неплохо. Пока идем без смертей в игре. Да блин, ну твою мать, ну как же не вовремя-то, а? Вот так всегда. Так, подождите секунду. Так, тысячи извинений, мы продолжаем. Что у нас, кстати, в настройках есть, вообще мне интересно. А, игра. Ясно, понятно, я перезапущу игру сейчас, видимо, из-за того, что... Блин, ну твою мать просто. Ага, ну ясно, вы проиграли 60 патронов. Что значит 60 патронов? Видимо, я потратил 60 патронов, мне изъяли что-то оттуда, но нас вылечили, в принципе, до 20 хп. Ну, как я понимаю, мне смерть засчитали из-за того, что игра зависла, и я просто вышел во время миссии, и типа считаю тогда смерть, как я понимаю.
Ой, ну ладно, так или иначе, мы на этом будем заканчивать, наверное. Не удалось нам пройти эту миссию с бомбами из-за лагов, из-за того, что я в первый раз не понял, как именно нужно играть. То есть надо концентрировать сразу огонь еще до того, как противники выйдут из-за стен, чтобы выносить их до того, как они успеют выстрелить. Ну, примерно вот так вот у нас получилось, в принципе. Привет, чел, чё, как оно у тебя вообще? Нормально, да? Здорово. Так, окей, ладно, давайте будем заканчивать. С вами был Ник, большое вам спасибо за просмотр. Это просто ужас какой-то, я не знаю. Мне срочно нужны новые стволы. А денег нету, денег дают мало, зарабатывать не на чем. Хотя вроде бы должны больше давать. В прошлый раз я, когда взял миссию у Аса, я взял миссию за 1200. Вот это был нормальный прибыток. Сейчас он за 225, 335. А патроны-то уходят, как горячие пирожки, понимаете, да? То есть патроны-то уходят, и как бы покупаешь патроны, и все, ты считай, в минусе оказываешься. А с зомби патронов падает мало, то есть теперь все в минус у нас идет. Это очень ужасно все. Я очень надеюсь, что мы сможем в ближайшее время быстро нафармить себе на какой-нибудь ствол, хотя бы на винтовку, да, чтобы побыстрее выносить, поменьше тратить патронов и все-таки идти обратно в плюс. Потому что то, что сейчас происходит, это просто ужас. Я уже жалею, что купил себе дом. Потому что, блин, и лучше бы я потратил эти деньги на новый ствол. Потому что новые стволы стоят по 10 тысяч и выше, как бы. И такие деньги мне сейчас накопить будет, ой, как непросто. Плюс еще надо тачку, короче, делать. И тачка еще 4 куска. Как бы, ну, первым делом, конечно, тачка будет, чтобы не тратить топливо, а потом уже все остальное. Ну ладно, давайте я сяду в лагерь и точно уже скажу, что... Ох, спасибо за просмотр, всем удачи, до скорых встреч и увидимся. Пока-пока.